Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами учить песню «Звенит январская вьюга». И что я хочу сказать о том, что я услышала эту песню совсем недавно в исполнении Коста Лакоста. И я прямо... Потому что когда я в детстве слушала эту песню, вы знаете, в этом первоначальном исполнении, я не обращала внимания ни на слова, ни на текст, ни на мелодию. Она была просто таким каким-то фоном для меня. Но когда я ее услышала сейчас, я послушала слова, и она так меня тронула. Это такой прям идеал. Ну, не то, что... Нет, я не хочу сказать, что это идеал, но... Ой, прям слезу у меня действительно оно пробило, потому что песня, ну, слова просто, ну, я не знаю, как столько времени много прошло, и она до сих пор актуальна. И мне кажется, что она будет через 100 лет актуальна. Единственное, что на мой вкус... Это мой вкус, я как бы ни на что не настаиваю. Мне кажется, что эта песня очень такая какая-то личная. Ну, там такие слова с любовью встретиться, проблема сложная, планета вертится круглая. И вот это вот, вот эти слова теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Мне кажется, что она такая более какая-то матовая песня. Вот в советской интерпретации, вот когда в фильме Иван Васильевич меняет профессию, она более такая, знаете, более танцевальная. Я ее, когда играю, во мне она прочувствуется более, не знаю, как это слово сказать, более матово. И я буду вот опираться на свои ощущения, на свою интерпретацию. Посмотрим мы сегодня с вами аккорды, но я вам скажу о том, что если вам не понравится, к примеру, моя интерпретация, мои вот аккорды, то вы имеете на то право, потому что вы воспринимаете музыку по-другому, я воспринимаю по-другому. Моя интерпретация может отличаться от вашей, поэтому это будет нормально. И если вам понравится, просто закрывайте видео и смотрите что-то другое. Но если все-таки вы хотите посмотреть аккорды, как оно будет звучать, можете оставаться и посмотрим с вами вместе. Давайте я ее сейчас сыграю, наиграю вам... теми способами, которыми мы будем учить. А мы будем с вами учить двумя способами. Это аккорды, потом и второй способ арпеджио. То есть мы будем с вами смотреть аккордовую интерпретацию и арпеджио. Арпеджио — это когда мы аккорд раскладываем по очереди. Но сейчас я вам сыграю и я смешаю эти два способа, ну, для того, чтобы вам было более понятно, как мы будем с вами учить. И, в принципе, это ваша цель — научиться играть вот эти вот способы так, чтобы потом можно было их миксовать. И
Так, я намешала, немножечко добавила свою в правую руку. Но мы с вами возьмем более такой простой способ для того, чтобы вы смогли освоить сначала каркас. Вы осваиваете этот каркас и потом на него аккуратно налепляете разных интересных оборотов, разных гармонических функций. То есть мы с вами сейчас сделаем фундамент нашего здания. Итак, начинаем с аккордов. Первый блок аккордов – это соль минор. Я вам скажу, что вы этот аккорд можете играть в любой октаве, где вам понравится. Я буду подбирать ту звучность, которая больше всего меня привлекает. Мне нравится начинать здесь. Соль минор, до минор, ре мажор и соль минор. Снова круг. Давайте посмотрим правую руку. Сконфликтовала с правой и не поделили одну ноту. В принципе, это нормально. Вы можете левой рукой быстренько уступить правой руке, а можете этот аккорд ре перенести вниз, и будет звучать так. Ну, мне не совсем нравится, как здесь звучит ре. Поэтому я лучше уступлю правой руке место. Но, с другой стороны, вы можете сделать так. Правую отфутболить на октаву вверх. И будет вот так вот. Тут тоже можно вот так вот сыграть. Уже смотрите для вас, как вам более комфортно. Ну, мне нравится, когда он так ниже. Потому что у меня голос alt, то есть у меня низкий голос, и мне легче подстроиться вот сюда, чем вот так. Понятно, да? Вот, вы уже смотрите для себя, как вам больше нравится. Следующий блок. Повтор. Соль минор, до минор, но... Видите, такая маленькая закономерность. Соль, фа и си. Смотрим, как тут. И последний блок. Соль мажор. Как бы повторяя. Я вас обманула. Это получается у нас третий блок, предпоследний. Прошу прощения. И вот сейчас последний. Ми бемоль мажор. Угу. То есть у нас второй и третий блок, они повторяются. Итак, пробуем. Получается третий блок. Так, круглая, круглая. А, соль мажор. И у нас куплет закончился. Теперь вы можете вот этот вот аккорд, допустим, соль и до, нажимать несколько раз, когда вам захочется. То есть, если мы играем пусто, вот я хочу здесь нажать еще раз до минор, дальше. И еще раз хочется соль нажать. То есть вы тоже можете контролировать, когда у вас правая рука останавливается. Та-ра-та-та-та-та.
правая держит ноту, и вы можете для того, чтобы не было, знаете, пусто выросла капуста, нажать еще раз левую руку аккорд. Давайте я сейчас сыграю куплет. Меладзе включила то. Это Меладзе нас любит такой, знаете. Но я тысячу раз обрывал право. Вот у него обычно вот эти вот то. Ну, можно так включить, знаете, для поддавания огонька вашей музыке. Но можете не включать, как вам захочется. Посмотрим припев. Аккорды. Соль. Все так повторяется. Хорошо, пробуем. Четыре, восемь аккордов повторяются еще раз. И вот в конце вот эти вот аккорды ми бемоль повторяются. Первый способ. Теперь второй способ – это арпеджио. Мы берем этот аккорд, допустим, на соль минор, и мы его раскладываем. И мы играем вот, сейчас я просто попробовала, соль, си бемоль, ре, и вот эту вот нижнюю ноту мы дублируем вверху. И у нас получается так. Сразу скажу, что этот арпеджио в 100% не совсем красиво звучит с этим куплетом, но так как мы берем это как рабочий материал, мы должны поработать над этим видом. И представьте, что это не в оригинале, как у вас выйдет в самом конце, а как тренировка перед финальной игрой. Поэтому отнеситесь сейчас как просто тренировка. Сыграла, и я тоже получила удовольствие. Ну, так уж и плохо звучит, как я думала. Поэтому этим способом тоже хорошо. Пробуем припев. Thank you.
играть своим ми-бемоль. Сначала сыграла так, а потом второй раз сыграла так. Тоже можно попробовать почередовать. Это был у нас второй способ. И, может быть, давайте третий способ. Давайте третий. Хотя нет, давайте остановимся пока на этих двух способах. Я просто вам скажу о том, что у меня на канале есть еще 14 разных способов, вариантов аккомпанемента. Вы можете зайти туда и посмотреть, взять какой-то один из 14. Там очень много разных и по аккордам, и по арпеджио, и по смешанным техникам. Поэтому возьмите лучше что-то оттуда. Но я вам сейчас скажу, вы рецепт. Работайте, играйте эту песню только аккордами, потом только арпеджио. Когда ваша рука уже, так сказать, набьется, попробуйте смиксануть вот эти два способа. К примеру, первых 4 аккорда играете на аккордом. Четыре так, четыре так. Потом два так, два так. Поинтереснее, правда? Вот, поэтому будете миксовать. Научитесь еще какому-то способу, будете уже 3 варианта миксовать. То есть тут уже идет вот фундамент мы с вами сделали. Надо уже, да, делать, как это называется, коробка, да, стены, окна, двери. Так вот, мы с моими учениками на уроках и занимаемся тем, что мы ставим наши стены, окна, крышу, там, красим в разные цвета, фасад, как нам нравится. Поэтому, если вы хотите все-таки свои занятия сделать более продуктивными и быстрее научиться играть на фортепиано, то вы можете приходить ко мне, и мы будем с вами заниматься, потому что все-таки с педагогом вот эта вот скорость обучения, она поднимается в несколько раз, потому что я вам подсказываю, говорю, давай вот так вот, а посмотри вот сюда, обрати внимание сюда. И вы все равно получаете знания более структурированные, и они все-таки облечены в какую-то систему. Вот, поэтому можете подписываться на мой инстаграм, ссылочка внизу оставлю, и у меня еще телеграм с нотами бесплатными, моими обработками, инструментовками, как для начинающих, так и для продвинутых. Поэтому встречаемся с вами там, либо в следующих видео. До встречи!